Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать ажурный листик. Для работы вам потребуется моточек пряжи и крючок. Начинаем работу с 13 воздушных петель. Выполняем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13. Выполнили. Далее отсчитываем от крючка 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестую петлю, предварительно сделав накид, вводим крючок и выполняем столбик с накидом. Выполнили. Далее выполняем одну воздушную. Пропускаем одну петлю цепочки, в следующую вводим крючок и опять выполняем столбик с накидом. Опять выполняем одну воздушную, пропускаем одну петлю цепочки, в следующую вводим крючок и выполняем столбик с одним накидом. Всего мы с вами выполнили 3 столбика с одним накидом. И теперь выполняем 2 воздушные петли, 1, 2, и вводим крючок в первую воздушную нашу петелечку, выполняем соединитель. Вот такая основа для нашего листика получилась. И мы можем с вами приступить к выполнению следующего ряда. И теперь приступим к выполнению следующего ряда. Выполняем 8 воздушных петель, из которых 5 это петли подъема. 1, 2, 3, 4, 5. И 3 это петли арки. 1, 2, 3. Выполнили 8 воздушных петель. Далее мы с вами выполняем столбик с 3 накидами под наши воздушные петли. Выполняем 3 накида на крючок, вводим крючок под воздушные петли и выполняем столбик с 3 накидами. Выполнили. Далее выполняем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И опять выполняем столбик с 3 накидами, только вводим его в воздушную петлю, куда мы с вами провязывали столбик с одним накидом. Выполнили. И теперь провязываем столбик с 3 накидами. Провязали. Далее опять выполняем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И еще провязываем столбик с 3 накидами. Опять же в петелечку, куда мы с вами провязывали столбик с одним накидом. Противоположной стороны. Вот такие у нас с вами столбики с 3 накидами получаются. Далее опять выполняем 3 воздушных и столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. Выполнили. Далее у нас с вами арочка, и сюда мы тоже будем выполнять с вами столбики с 3 накидами. Сначала мы с вами выполним столбик с 2 накидами. 1, 2, 3 воздушных делаем. Выполняем первый у нас столбик будет с 2 накидами. А далее будет столбик с 3 накидами. Выполняем 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. И выполняем столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. Выполнили. Опять выполняем 4 воздушных. 3, 4. И выполняем сюда же столбик с 2 накидами. 1, 2. Выполнили. Вот такая у нас форма лепесточка нашего получается. Теперь нам с вами остается выполнить 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И выполнить столбики с 3 накидами верхушку наших столбиков. Первый столбик с 3 накидами, далее 3 воздушных,
опять столбик с тремя накидами, верхушку следующего столбика, опять 3 воздушных и опять столбик с тремя накидами, верхушку столбика. Выполнили. Далее опять выполняем 3 воздушные, столбик с тремя накидами уже под воздушные петли. Так же, как мы выполняли это с противоположной стороны, выполнили. И выполняем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И завершаем наш ряд. Вводим крючок в 5-ю воздушную петлю подъема. Отсчитываем. 1, 2, 3, 4. Вот наша 5-я петелечка. Вводим крючок, выполняем соединительную. Вот такой листик у нас с вами получается. Такая у него красивая форма. И мы с вами приступаем к выполнению следующего ряда. Для этого выполняем 1 воздушную петлю подъема. И под арочку из 3 воздушных петель мы с вами провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее провязываем столбик без накида в верхушку нашего столбика предыдущего ряда. Столбика с тремя накидами. И теперь мы с вами будем выполнять пышный обвитой столбик. Обвивать его будем вокруг столбика с тремя накидами. Как мы это будем выполнять? Берем поудобнее наш столбик с тремя накидами, делаем накид на крючок и выполняем первое обвитие, второе накид, третье обвитие, четвертое, пятое, шестое и седьмое. Всего выполнили 7 вот таких обвитий или натяжечек. Далее захватываем рабочую нить и через все петли на крючке протягиваем. Далее выполняем воздушную петлю и немножко подтягиваем. Выполнили. И теперь под следующую арочку мы опять с вами выполняем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Верхушку столбика провязываем столбик без накида и опять выполняем пышный обвитой столбик. Выполняем накид на крючок, выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее через все петли. Далее выполняем воздушную, немножко подтягиваем. Наш с вами пышный столбик готов. И под арочку опять провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вот такие красивые пышные столбики у нас с вами будут получаться. Так мы с вами выполняем над каждым столбиком с тремя накидами. И над арочкой из 3 воздушных петель мы с вами провязываем 5 столбиков без накида. Мы с вами выполнили столбики без накида под арочки и пышные столбики. И довязали до столбика с 2 накидами. Так же, как и ранее, мы верхушку столбика с 2 накидами провязываем столбик без накида. И вокруг столбика будем выполнять точно такой же пышный столбик. Выполняем накид на крючок, вводим крючок теперь только под столбик с 2 накидами и выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Через все петли на крючке протягиваем рабочую нить и выполняем воздушно. Немножко подтягиваем нить. Далее у нас с вами арочка из 4 воздушных петель. Мы под нее провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 выполнили. Далее верхушку столбика с тремя накидами опять провязываем столбик без накида и провязываем пышный столбик. Разворачиваем поудобнее, выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все петли на крючке вместе, воздушные. Разворачиваем. Здесь у нас тоже арочка из 4 воздушных петель. И мы сюда провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот хорошо видно, мы с вами выполнили одну часть листика. И вторую часть листика мы с вами выполняем точно так же. Под арочки из 3 воздушных петель мы провязываем 5 столбиков. Далее столбик без накида в верхушку нашего столбика. Пышный столбик, который у нас обвивается вокруг столбика сначала с 2 накидами, а потом вокруг столбиков с 3 накидами. Мы с вами, как и договаривались, обвязали вторую часть нашего лепестка, листочка. И теперь нам нужно красиво и правильно завершить наш ряд. Что мы делаем теперь? Мы с вами, после того, как выполнили 5 столбиков без накида под арочку, вводим крючок в первую воздушную петлю подъема и выполняем соединительную. И теперь нам надо выполнить пышный столбик, обвитый вокруг воздушных петель. Для этого мы точно так же берем поудобнее, выполняем накид на крючок и под воздушные петли вот так вводим крючок и вытягиваем рабочую нить. Так выполняем мы с вами 7 раз. Первый раз есть, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7. Выполнили. Все петли на крючке провязываем вместе и выполняем воздушную петлю, немножко подтягиваем. И теперь мы с вами вводим крючок в первый столбик без накида, вот хорошо видно, который у нас был провязан в арку, и выполняем соединительную. Аккуратненько. Все, мы с вами завершили наш ряд. Красиво, аккуратно. Вот такой листик у нас с вами получается. И приступаем к выполнению следующего. Выполняем одну воздушную петлю. Это у нас с вами будет петля подъема. И верхушку следующего столбика без накида выполняем столбик без накида. Провязываем все столбики без накида. Всего их тут у нас с вами осталось 4. 1, 2. 3, 4. Выполнили. Обратите внимание, столбик без накида, который мы с вами провязывали в верхушку столбика с 3 накидами, мы пропускаем. Мы с вами провязали только те столбики, которые были выполнены под арку. Одна воздушная петля подъема над одним столбиком и 4. Всего мы, как вы помните, выполняли 5 столбиков. Далее мы выполняем пико из 3 воздушных петель. 1, 2, 3 воздушных. Вводим крючок в верхушку нашего столбика и боковую петлю. И обратите внимание, выполняем столбик без накида. Пико у нас с вами будет выполнено через столбик без накида. И далее вводим крючок, опять аккуратненько отодвигаем пышный столбик, в верхушку столбика без накида, который мы с вами провязывали под арочку. И выполняем столбик без накида. Напомню, обязательно себя проверяйте. Всего у нас с вами должно быть 5 таких столбиков. 1. Первый мы выполнили, далее 2, 3, 4 и последний 5. Выполнили. Хорошо видно, следующий столбик уже выполнен верхушку. И опять выполняем пико из 3 воздушных петель. Пико у нас выполняется через столбик без накида. Выполнили.
Далее опять аккуратненько отодвигаем пышный столбик. Вводим крючок в верхушку столбика без накида провязанного. Под арку выполняем столбик без накида. Так аккуратненько мы с вами будем выполнять нашу обвязочку по одной стороне нашего листика, пока не дойдем до 7 столбиков без накида. Мы с вами выполнили обвязочку одной стороны нашего лепестка и, как договорились, дошли до 7 столбиков без накида, провязанных под арку. Выполнили пиком и, как и ранее, вводим крючок в первый столбик, провязанный под арку, выполняем столбик без накида. И аккуратненько, не спеша, провязываем все 7 столбиков. Второй, обязательно считаем столбики, третий, четвертый, пятый, шестой и последний, седьмой столбик. Проверили себя, мы не ошиблись. И теперь над этим столбиком мы с вами выполняем пико из 3 воздушных петель. 3 воздушные, вводим крючок в верхушку, выполняем пико, которое у нас провязывается через соединительную. Выполнили. Далее выполняем пико из 3 воздушных петель, которые у нас с вами провязываются через столбик без накида. Вводим столбик без накида в верхушку, боковую нить захватываем и выполняем столбик без накида. Выполнили. Далее провязываем столбик без накида в первый столбик, провязанный под арку. Выполняем столбик без накида и над ним опять выполняем пико из 3 воздушных петель, ну, которая крепится через соединительную или за счет соединительной. Вот такое у нас тройное с вами пико получилось, или 3 подряд пико. И дальше мы выполняем, как и на противоположной стороне нашего листочка. Аккуратненько, не спеша, провязываем все столбики без накида. Обязательно их считаем. И будем обвязывать точно так же, как и противоположную сторону нашего листочка. Мы с вами обвязали наш листик, противоположную его часть. И теперь нам нужно завершить наш листочек. Для этого мы с вами выполним небольшой черенок или хвостик нашему листочку. Для этого мы после того, как выполнили последний столбик без накида, мы выполняем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Выполнили. Вводим крючок во вторую петлю от крючка, выполняем столбик без накида. И аккуратненько, не спеша, провязываем столбики без накида в каждую воздушную петелечку. Аккуратненько, не спеша, чтобы не пропустить ни одну петлю, мы с вами провязываем столбики без накида. Выполнили. Далее захватываем наш столбик без накида. Вводим крючок в верхушку, захватываем боковую петлю и выполняем сюда же столбик без накида. Выполнили. И теперь для завершения ряда и нашего листика мы с вами вводим крючок в нашу воздушную петлю подъема, выполняем соединительную. Листик завершен, ниточку можно обрезать. У нас с вами получился вот такой красивый, интересный, хорошо видно вот объемчик такой небольшой в нашем листике. Давайте посмотрим, как он смотрится по изнаночной стороне. Так выглядит изнанка нашего листика. Так выглядит лицевая сторона. Вы можете использовать такой листик в наборном, ирландском или гипюрном кружевах. Творческих вам успехов!